помогают. А Ян Сергеевна с Алексеем Николаевичем, они дружны? Ну да, они дружны, но у них, конечно, большая очень разница. Очень большая разница, 15 лет, да, это большая, да, разница, это, фактически, да. Это и поколение. Они, ну как, естественно, сын взрослый, и у него... Да, у него тоже юбилей был в прошлом году, да, кстати. Совершенно другие, как говорится, жизненные позиции. Вот, и им скучно, конечно, друг другом, а там, но только вот музыка, единственное, на чем они вместе могут поговорить. Но когда Лёшка приходит, она всегда ему рада, и всегда они целуются, обнимаются. А сын-то маму слушает в машине там или в принципе? Или... Лёха? Да. Да прям, нет, конечно. Он же, почему, да? Ну, он свою тоже музыку какую-то пишет, сочиняет, она такая достаточно... Да, слышу, да. Да-да-да, сложная для моего восприятия. Вот, но это его выбор, ему нравится, и оказывается, такие группы за границей в огромном количестве, продаются бешеными тиражами. Я была немножко даже шокирована, потому что это вообще не моя музыка, но это его выбор. А что касается, значит, музыки, то он мне, как-то мне однажды он сказал, мне даже казалось, что в старших классах он стеснялся маму, что вот попсовая певица, в этом смысле. А потом, спустя какое-то время, он мне сказал: мам, а ты могла бы мне вот собрать вот все свои, так сказать, песни, вот от первой до последней. Я хочу вообще вот все сесть и все послушать. И потом у него было очень много идей. Давай сделаем на это ремикс, давай я вот это делаю. Да. Я говорю: Леха, идея хорошая, кстати, потому что это такие хиты, которые могут раз в 10 лет возвращаться в новой форме. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.